Мои вещи они так перекладим туда. К воротам.
С техникой? А? Снимать будешь? Ну да, сейчас. Если здесь будет.
выносить будет? Ну, там, да. По-моему, там будет большие играть. Там тоже интересно будет. Там тоже, да, будет интересно. Но я буду снимать, потому что меня спрашивают. Будешь? Ну ладно, буду. Я обещал. Поставь мне штатив и беги. А, там. Это не секретная информация. То, что было раньше на трибунах с матом. Наш с тобой разговор, я имею в виду, безобиден. Не снимаю, стараюсь. Они так себе. Ой! Стал он на месте. Который раз. А еще! Аарон просто жгет, да. Ну брось! Не дали, не дали. И никого не было. Вот так и провел. Отсюда. Молодец. Вратарь живой. Нет. Да уже устали все. А
Они сказали, что это команда сделала, да? Они не такие вообще. Ну, даете время сопернику. Вот тут-то было. Не смог цепить клюшку нормально. Давай, давай, давай. Можешь. Нет. Алан просто золото сегодня. Да, сын. Молодец. Жди и... Да, да, Сережа, молодец. Все, давай, я снимаю на камеру игру, поэтому мне нужно две руки сын. Давай, жди, жди меня в фойе и все. А пока он может игру посмотреть, осталось 5 минут. Ты ко мне не придешь. Тебя не пустят, сын. Все, давай. Все, давай. Вот так вот сына не пускает к отцу. Отлично! Пришел сын к отцу. Пришел. Что? Вот. Как они придут, там 10 минут играл какой-то сын. А стоит ли сыграть, чтобы кого-то ждал, второй минут? А, эти, да. Сейчас, эти, да. Поймал? Все.
Начался тайм-аут. Ну, наша команда, все понятно. Команда соперника. Ну, фаворит у себя. Это что за мельница такая? Подождите! Лёд! Не начинайте игру, пока на этом воде нет. 2 плюс 10, когда они убивают. А ну сейчас, все равно зачем ты этот нож сделал-то, а? Одну секунду. Продолжение следует...